Вау, 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 какие листы красивые. Поехали! Такой... Слышь, сюда иди, козёл, ты сейчас знаешь, что сделаю? Ты падла, ты охреневшая козло. Фу, чё на тебе? Яр, всем привет, я Фокстан, сегодня поиграю опять The First 3. Ну, Джерри, типа, The First первое дерево, как она переводится, ну ладно. Опять про нашего лисича, вот он, царь такой, во, головой такой мотает. И сегодня мы должны будем бежать с каким-то волком, падлой вот такой, которая здесь была, а потом он куда-то делся. Потом он упал вниз, кажется, что-то побежал, бац, его нет уже, я такой, слышь. Короче, он испугался и убежал. Он видел мою злость, мою игру, и все, и он убежал. Стоп, ладно, я хрень пропустил случайно. Там можно прыгать двумя прыжками? Во. Полетели! Давай вот здесь, прям между камнями. Чувак, он такой. Ну где ты, козел? Я тебя видел, такой огромный был говнюк. Волк. Мне кажется, 5 лет буду спускаться так, это очень далеко. Ну, короче, мы что-то спустились с этой вонючей огромной горы. Я 5 лет бежал здесь. Так что бежим дальше, что, может быть, там что-то интересное будет. Ну я опять спускаюсь с какой-то там горы. Я, ну типа бегу вниз. Передо мной деревья вырастают, я вижу, потому что. А там вон вижу огромные горы, да? Надеюсь, я на них не буду бежать, а то не хочу слишком далеко. Ну лучше того, что на них бежать, чем искать опять эти звездочки, пасхалки, фигню какую-то еще. А можно музыку какую-нибудь, пожалуйста, а то как-то без музыки плохо. Так, что здесь? Мне нужна кровать, я просто не могу говорить о ничем, типа good night. Давай ляжем. Нельзя лезть, что ты мне врешь? Ну тут негде поспать, ты чё? Нахер спать, бежим вперед, короче. Потому. Я хотел бы здесь погулять, честно. Я такой, ну, если смотреть... О, лиса бежит. Я. То нормально здесь. Типа гулять именно одному здесь как-то будет, наверное, скучно здесь. Ну, именно здесь пасмурно как-то, не очень. О, на уровень, что ли? Ну, том лесу был в желтом, короче. Ну да, в желтом, скажем. Он был такой более красивый. Яркий. Вау! А что я в воде делаю? Джозеф? Я что, Джозеф? Я не могу заснуть чувство это, я извиняюсь за все, и я знаю, ты нуждаешься в космосе, серьезно? Но я здесь с тобой, ты не должен чувствовать там что-то, я не успел. О, здорово, ты кто? Не понял, они тебе помогают или просто убегают? Ой, иди в пень, не хочу с тобой бежать далеко. Тебе, по-моему, там окажется, это олень, я не знаю, кто это такая. Скорее всего, олень. Самое смешное, я бегу по какой-то воде. Точно не по озеру, потому что я бы утонул. Ну и не по реке, потому что оно не такое большое. Что-то раздевался, вообще сейчас сижу, снимаю. И зеваю мне. Типа, ты знаешь, что это не мама дома, хорошо, я не так и переводится. Ты знаешь, тяжело, типа, что поможет мне быть, смотри. О, нихера, это я причем по воде бегу, что ли, серьезно там, короче? И не тону, да, серьезно? Working together, работаем вместе, окей. А как десертка? Я вот здесь бы хотел походить, но здесь прекрасно. Здесь красиво, у меня аж FPS за 22 просел, когда я так смотрю в небо. Это жопа. А Фокс? Лиса? Я слишком ярких, нихера не видно. Кстати, до сих пор эти проигрываются, я же, короче. Слишком много их собрал, и они такие банс, сейчас подряд идут. Ух ты! Животные! Привет! Ну ладно. А лисы где? Я могу тебя перепрыгнуть? Ух ты, нихера. Я могу на тебя залезть, серьезно? Подожди. Ой, я тебе перепрыгну, значит, как там кто-то залезть? Ну ладно, хорошо. Ага, бежать туда, чтобы обойти. Я тоже хочу купаться. Ты не бойтесь, я добрый лися. У меня такой красивый обзор, и вот бегу здесь такой. Ну, конечно, у меня качество говно, ну ладно. Все равно красиво. Ты сильный, Джозеф, и ты не одинок, я так думаю. А, ты думаешь. Хорошо, ладно. Хрень какая-то. Опа. Они такие яркие, что их не заметить. Дальше бежать? Серьезно, учить девайте, что ли, или что? Типа, тогда это хорошая дорога вместе. Beside this. Не знаю, что это такое. А Discovery, не помню, как это переводится. Хрень какая-то. И что? И то, что? Семья? С кем? Один? Тут part of my... Я что-то нихера не понял, ну ладно.
типа семья. Я такой, что-то, погодите-ка. Что вообще происходит? Я что-то не понял. А, что, в семью приглашаешься или что? О, нет! Не-н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 е
ты упадешь. Ох, 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 тихо, не лагай. О, все, закончились эти штуковины, ну. Когда никто не говорит, как-то скучно на заднем фоне. У меня уже 93-х звездочки. Так, я буду назвать их звездочками, потому что я не знаю, как их по-другому называть. О, новый уровень еще один. Давайте посмотрим, что теперь здесь. Дождь. Темно. Не-н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 е. Куда упал? Ух, капец, это что за скалы тут? Кстати, мы когда встретили волка, и мы его больше не видели. Куда он делся? Убил лисю и убежал. Говнюк. Плохой волк. А дом, что ли, там впереди? Побежали туда, надеюсь, меня там из меня шкуру и шубу не сделают. Ой, это что такое? Секунду. Надо сначала это, потому что вдруг там что-то важное опять. Кого это что такое? А, ничего интересного, побежали дальше. Это конец старшей школы. Я чувствую что-то, я не чувствую долгое время. Драйв. Сколько драйв? Я смотрю архитектуру школ и... Я не знаю, это слишком сложно, я не читаю английский вообще ни капли никогда. И английский из меня супер-пупер, блин. Я хочу в тот домик. Вау, 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 какие листы красивые. Она помогла мне понять что-то, ну ладно, хорошо. Я не знаю, можно ли на тот дом залезть? Или хотя бы к нему подойти? Я попытаюсь, конечно. Давай, копай. Гузета. Гузета. Не газета, а гузета. Хорошо, я просто... Ааа, впусти меня! Да там дом, впусти меня, падла! К дому, короче, нельзя, я не могу вообще к нему никак залезть. Поехали! Такой... Вообще, самое смешное, я сейчас просто сижу, бегу, молчу. И все. Ничего не думаю, не говорю вообще. Поэтому надо такие моменты вырезать, чтобы не сидеть и думать. Ой, опять зеваю, господи. Что я вообще не понимаю, тут он говорит какие-то там день рождения на каникулах, всякое такое, про школу. Это он какие-то человеческие истории пересказывает. Ну, точно не свои, кажется. Но я не думаю, что у лисы есть, типа, какая-то школа. Ну, и всякое такое, в принципе, ну... А потом оказывается в конце, что оказывается мы играем не за лист, а за человека, мы такие. Будет не смешно. Ты чё, блин? Я даже двигаться не могу. Он убил опять мою лису. Слышь, сюда иди, козёл, ты сейчас знаешь, что сделаю? Ты падла, ты охреневшая козло. Фу, чё на тебе?